Экономика Германии крупнейшая в Европе. Но, несмотря на это, в стране растет проблема бедности и неравномерного распределения доходов. Германия славится тем, что в ней много высококвалифицированных рабочих. При этом разрыв между богатыми и бедными в стране значительнее, чем в Великобритании и Франции. И даже больше, чем в менее развитых странах ЕС, таких как Венгрия или Кипр. На юге страны высококвалифицированные работники получают хорошую зарплату и ездят на роскошных автомобилях. Малоимущих жителей северных регионов спасают от голода благотворительные организации. У нас есть класс очень богатых людей, при этом средний класс уменьшается. Есть также класс бедняков, в которые входят безработные просители убежища. И этот класс растет. В настоящее время в одном из отделений Дортмундского продовольственного банка получают помощь около 15 тысяч человек. И просителей карточек на питание все больше. В список ожидания занесено более 1000 имен. Это только число обращений, но, возможно, за ними стоят от 3 до 3500 человек. Мы не в силах обслужить их всех. Наибольший разрыв между богатыми и бедными наблюдается в Рурской области, где проживает около 5 миллионов человек. Когда-то этот регион был центром тяжелой промышленности Германии. Однако после сокращения добычи полезных ископаемых, а также производства, большинство жителей так и не нашли высокооплачиваемой работы. Разрыв между богатыми и бедными – одна из основных проблем, вставших перед канцлером Германии в преддверии парламентских выборов. Они запланированы на 24 сентября.